Конечно, чаще всего. Тебе есть родственники в Шымкенте, таджики? Нет. Привет, как ты? Привет, отлично. Лас-Вегас. Ну, Лас-Вегас — это мечта. Вот в Лас-Вегасе я бы поиграла в казино. Я не вижу смысла играть в казино, если вы там не миллионер, не миллиардер, потому что все вот эти миллионеры, миллиардеры, которые там тусуются, депутаты, для них это развлечение, для них это не заработок. Вот им типа скучно, им девать деньги некуда, и единственный такой вариант развлечения — это казино. Они могут там проигрывать миллионы, миллиарды, но для них это ничего, типа. А есть люди тупые, которые чуть ли там не до последней нитки все ставят, потом они, естественно, проигрывают и остаются ни с чем. И это очень-очень глупо. Таких ситуаций много. Если хочешь выиграть казино, надо построить казино. Вот именно. Лучше просто на Воваду закинуть мим 30к, купить бонусики, и они будут дропать нормальные иксы. Ничего не поняла. Покажи сердечко, пожалуйста. Казино играет для души. Да. Лучше не залипай в азартные игры, опасно. Я и не залипаю. В Лас-Вегасе казино играет деньги, не нужны мозги надо. Так если бы у вас мозги не были, ребята, постоянно выигрывать вы не сможете. Мне подруга один раз рассказывала про случай с ее мамой. Ее мама тоже так поехала в казино по приколу. Она там выиграла, ну, на то время $5000 она выиграла. На то время это были очень большие деньги. Сейчас я не знаю, сколько это с учетом там, ну, времени, да, но большие деньги выиграла. И она сделала умно. Она не стала дальше играть, она просто забрала эти деньги и ушла. Если бы она стала играть дальше, 99% она бы просто проиграла эти деньги. Еще бы даже в минусе осталась. Кондёр где? Вот он. Кстати, для кого-то кондёр — это прям типа вау. Мне один раз что-то написали за него. А, начали писать: у тебя кондёр дома, капец, мажорка. Я такая: это обычная вещь, типа как телевизор, не знаю. Или там, что обычно дома 100% есть, как холодильник. В каком городе живешь? Город Алматы. Ок. Да. Привет, почему не спишь? Потому что веду прямой эфир. Всем, всем, всем привет. По нации я таджичка. Тебе одиноко? Ну, бывает. Но в целом я не одинока. Красивое имя, спасибо. Не молчите, ребята.
Хоть одна девочка сегодня зайдет на мой прямой эфир? Хоть одна. Спасибо за комплимент. Нет, ты не замужем. Слава богу. Она написала тебе. Кто написал? Хоть одна девушка есть у меня здесь? Если бы не ты, то Мерлин Монро выиграла бы в соревнованиях по красоте. Спасибо. Почему, слава богу? Потому что... Кто ты по нации, таджичка? Вот этого сразу в блог. Называть девушку тёлкой — это последнее дело просто. Если вы называетесь, у вас есть привычка называть девушек тёлками, то это позор. Это кринж. Молодец, что так сделала. Девушку нужно называть девушка, не знаю, там. Девочка еще как-нибудь по имени. Но тёлка — это отвратительно. Просто отвратительно. Это Камила, спасибо. Дуже карне привітання. Как сказать спасибо на украинском? Я забыла. Дякую, да? Или дякую? Забыла, короче, я. Но дуже гарно — это типа очень красиво, да? Да, я не сильна в украинском. Я раньше смотрела очень много украинских шоу. Топ-модель по-украински смотрела. Очень-очень здоровское шоу. И они сначала снимали его на русском языке. Программу на русском языке. А потом они перешли на украинский. А мне эта программа нравилась. И мне не оставалось выбора, как смотреть на украинском это шоу. Но в целом украинский несложный язык. То есть он чем-то похож на русский. Некоторые слова схожи. И в целом контекст понятен, когда они говорят. Конечно, отдельные слова я могу не понять. А когда вот так что-то говорят, то можно, в принципе, понять. Много базаришь. Вас тоже в блог. Нахрена заходить на прямой эфир? И предъявлять что-то за то, что человек много базарит. Я на прямом эфире сижу. Я должна базарить. Успокойся, он поляк. Что-то я сегодня слишком много людей заблокировала. Смотрела «Супермама»? Нет. Не смотрела. А,
На таджикском говорю, но плохо.